Вчера Владимир Зеленский приехал на передовые позиции украинских военных в зоне боевых действий. Президент посетил командные пункты. В частности, он побывал в районе Бахмута в Донецкой области и Лисичанска в Луганской области. Президент заслушал информацию об оперативной обстановке. Также ему рассказали о материально-техническом обеспечении украинских защитников. Владимир Зеленский вручил военным государственные награды. Большая честь для меня быть здесь. Быть рядом с вами, с реальными героями нашей страны Украины. С героями войны, благодаря которым у нас есть и точно будет наша земля и наша страна. Нам всем с вами желаю того, на что вы точно заслуживаете. Это победы. Это самое главное, но не любой ценой. Победы, но берегите себя. Это очень, очень важно. Ведь земля без таких людей – это уже не наша будет земля. От чистого сердца этого желаю. Вам слава и слава Украине!